Музейно-выставочном комплексе «Артишок» торжественное и долгожданное событие для нескольких десятков семей – вручение ключей от своих новеньких квартир, окончание строительства которых люди ждали не один год. Глава «Химок» Дмитрий Волошин поздравил людей с новым этапом в их жизни. Андрей Юрьевич Воробьев уделяет этому внимание на ежедневной основе, поверьте, лично на контроле держит каждую квартиру. И в этом смысле мы максимально, насколько это было возможно, сегодня ускоряли темпы строительства. Мы будем вам помогать абсолютно во всем и на протяжении всех тех лет, которых вы будете жить в этом комплексе. Ключи от новых квартир из рук Дмитрия Волошина получили жители сразу двух жилых комплексов «Митина Дальняя» и «Белый город». Еще год назад строительные площадки располагались на территории Солнечногорска, в Брехово и в Николо-Черкизово. После присоединения этих территорий к «Химкам» процесс возведения домов ускорили и завершили в срок. Все вопросы, которые у нас возникали на протяжении этого года, все оперативно решалось. Эмоции счастья, ожидания будущего светлого, что все в новой квартире будет хорошо. У меня уже есть внуки, правнук даже. Поэтому я надеюсь, что мы будем счастливы. Всего в жилых комплексах «Митина Дальняя» и «Белый город» восстановили в правах более 1400 дольщиков. Рады, конечно, за жителей, что наконец-то многие получат жилье, смогут зайти на ремонты. У многих дети, все очень давно ждали этот момент. Добавим, что в «Химках» в течение 5 лет около 4500 участников проблемного долевого строительства получили ключи от долгожданных квартир. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости «Химки ТВ».